дождались уссурийские школьники летних каникул. В честь праздника Дня защиты детей разрисовали стену за зданием городской прокуратуры. Но за это ругать не будут, наоборот, призы вручат. Прокуратура совместно с администрацией провела конкурс среди школьников на создание лучшего арт-объекта. Больше всего голосов жюри за произведение учеников 29-й гимназии. Конечно, когда идешь и понимаешь, что это нарисовал ты, и что людям это нравится, это очень сильно радует. Знаешь, что ты принес пользу городу. Это просто творческое вдохновение. Ну, как бы, естественно, это помощь всех наших руководителей, да, творческого состава. Ну и, конечно же, это в первую очередь наши детки, наши таланты и их вот художественное творчество. Лучший слоган придумали ученики 11-й школы, лучший вариант названия конкурса «Давай раскрасим вместе мир» от детей 133-й гимназии. Самый опытный член жюри Иван Балабай, ветеран уссурийской прокуратуры. Ивану Филипповичу в День защиты детей исполнился 91 год. Иван Филиппович, вы когда-то сказали такую фразу крылатую: «Я всю жизнь защищал Родину. На войне от фашистов, потом от преступников». На самом деле вы защищали будущее наших поколений. Вы показывали пример, как надо защищать страну. И вы участвуете в этом празднике не зря. Не просто так, а символично. Вы это делали всю свою жизнь. Идея такого конкурса для детей возникла внезапно. Уссурийский прокурор как-то обратил внимание на серый и безликий забор. Появилась мысль сделать его красочным. Администрация города, которой принадлежит объект, поддержала инициативу. А дети с удовольствием создали арт-объект, на фоне которого теперь все фотографируются, а прокурор любуется видом из окна. Нужно было создать облик прокуратуры все-таки дружелюбный. И объяснить людям, что наша цель не наказывать, а поощрять разумные инициативы, правильные инициативы. И те инициативы, которые приводят к тому, чтобы меньше совершалось правонарушений, преступлений. Я думаю, это правильная профилактика. Теперь уссурийцы будут любоваться красотой. Если кто-то не знает, где найти эту разрисованную стену, запоминайте. Объект находится за зданием прокуратуры на углу Володарского и Ленина. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.